Бураном борт прижат к земле. Неделю снежная стена и полоса заметена, а мы мечтаем о тепле. И лётный домик как отель, куда дорога завела, его по крышу замела. Хозяйка здешняя метель, здесь бесполезно уповать на наш авось, да риск и страх. И мы в комбезах и унтах неделю вынуждены спать. Здесь остается только ждать в буране малого окна. Не добралась сюда весна, да здесь и летом лишь плюс пять. Пепла некуда упасть. Седьмые сутки преферанс, и у меня на мизер шанс. Две малки в прикупе да в масть. Когда б с погодой так везло, как нынче в картах мне везет, но за окном опять метет. И вьюга воет, как назло, к большой земле прямой маршрут наш штурман 10 раз нанес. Метеорологи всерьез нам обещаниями врут. Мы бережем сухой паек, и как бы нам НЗ не вскрыть, и масть погода нечем крыть, и бесконечно дом далек. А ждать всегда нелегкий крест. И открывает экипаж воспоминаний всех багаж. Он может скрасить наш арест. Мы под арестом у пурги. И загрустил борт-инженер, ему бы к молодой жене. Да и другим здесь не с руки, и спирта в кружке всем нальет по третий тост седой бортех. И выпьем молча мы за тех, кого не крайним был полет. Бураном борт прижат к земле, неделя снежная стена, и полоса заметена, а мы мечтаем о тепле. Песни связаны какие-то воспоминания. Я эту песенку называю «Песенка про метеорологов». Это был 2008 год. Гидроавиасалон в Геленджике. Я туда летал с русскими витязями и со стрижами. Это было, ну, это просто море воспоминаний. И у меня там был концерт. И когда я там настраиваюсь, подходит ко мне женщина. Я даже сейчас уже знаю, как ее зовут. Ну, Ольга Красова, она была штатный метеоролог летной службы ТНТК имени Бериева из Таганрога. Вот она там занималась погодой. И она говорит: а вы на концерте песенку-то про метеорологов споете? У меня нет такой песни. Ну как же нет, метеорологи всерьез нам обещаниями врут. С тех пор эта песенка для меня стала песенкой про метеорологов.